с вами снова в лесу. Посмотрите, как он преобразился буквально за неделю. Снега уже совсем нету на деревьях и в кустах. Уже появились молодые листочки. Начинается бурный рост, пробуждение природы. Красота. Посмотрите, сколько энергии живы, сколько энергии сейчас в природе. В лесах это очень хорошо видно. Уже появились первые цветы. Трава уже вылезла из прошлогодней листвы. Дикоросы начали расти. И все это благодаря особой энергии, которая просто переполняет сейчас лес. Это энергия живы, энергия пробуждения, начало нового цикла. Очень благоприятное время. Для проведения ритуалов. Ритуалов на обретение желаемого. На очищение от негатива. От того, что скопилось за долгую зиму. Идет пробуждение природы. Смотрите, уже зеленеет. Зеленеет земля. Почки набухли везде прям. Везде-везде. А кое-где уже появилось вполне. Ощутимо листва. Их видно. Вот листочки уже молодые. Сейчас просто замечательное время. Время для проведения ритуалов, которые освободят от ненужного и притянут в вашу жизнь необходимое. Поэтому не упускайте этот благоприятный период. Обязательно воспользуйтесь энергиями, которые преобладают в природе. Ведь сами видите, как преображается лес за столь короткое время. Обязательно проводите ритуалы. Ритуальцы. А уже совсем скоро будет особая ночь. Особая ночь в году – это Вальпургиева ночь. Ночь, в которой совершаются чудеса. Обязательно запланируйте для себя ритуальную работу в эту ночь. Еще замечательная пора у нас. Пора пробуждения. Наполнение энергии живы. На этой энергии я сегодня буду проводить ритуал. Конечно, я его вам показать не могу.
Любой ритуал — это таинство. Ну а красоту, которая сейчас в лесу, и энергии, которыми наполнен этот лес, энергия пробуждения, преображения, очищения от ненужного, я показываю вам на видео, чтобы вы могли их прочувствовать. Кто что чувствует, обязательно напишите внизу под видео. В это время также хорошо проводить ритуалы на очищение. Сейчас цветет верба, и вербное очищение очень хорошо проводить. Очищение вербы. Такой ритуал мы проводим в центре парапсихологии. Он очень мощный. Очищается весь негатив, который накопился за долгую-долгую зиму. Мы при помощи этого ритуала освобождаем. Освобождаем от негатива, который набрали за зиму. Вон уже, смотрите, какие большие, большие растения. Дикоросы пошли в рост. Вот такая красота. Красота сейчас в лесу. В городе эти энергии не так явно чувствуются. А в лесу просто ощущаешь, что их очень-очень много. Земля пошла преображаться, наполняться живой. Жизнь пробуждается. Немножко погуляем по лесу. Под ногами шуршит прошлогодняя листва, а зелень, первоцветы уже говорят о том, что пришел новый период. Природа просыпается от долгой зимы и уже приветствует нас вот такими замечательными цветами. Птицы очень активно, слышите, как поют, они тоже радуются. Радуются энергиям, исходящих от земли, энергия пробуждения. Период сейчас замечательный, поэтому обязательно проводите ритуалы на свое очищение, очищение от ненужного, отжившего и на обретение нового, обретение того, чего вы желаете. Те, кто не могут найти свою вторую половину, обратите внимание на этот период, на период весны, на период пробуждения, начало нового. И обязательно
проведите ритуалы. На этой энергии все сработает очень быстро. И в вашей жизни непременно очень скоро появится ваша вторая половина. Тот человек, с кем вы будете счастливы. Призывайте в свою жизнь необходимое, то, чему вы хотите, то, к чему стремитесь. У каждого это свое. Ну а энергии весны пробуждения вам будут в помощь на этих энергиях. Желаемое придет в вашу жизнь очень быстро. Посмотрите, совсем недавно ветки были голые. Совсем не было листвы. А сейчас уже вон они какие. Красивые листочки. Молодая зелень. Вот такой замечательный лес. Так он преобразился за столь короткое время. Сошел снег, ушло ненужное, и пошло новое. Новая жизнь началась. Не упускайте такой замечательный период в колесе года для того, чтобы избавиться от ненужного и притянуть в свою жизнь то, что нужно вам, то, что вам необходимо, то, что вы хотите, к чему стремитесь. А мы в Центре парапсихологии всегда рады будем вам помочь. Этой весной мы проводим очень много ритуалов и ритуальных встреч. С особыми ритуалами, с авторскими. Не упускайте возможность поучаствовать в этих встречах и обрести в свою жизнь то, чего вы хотите, притянуть это. Чтобы все складывалось наилучшим образом. А сама природа нам в помощь. Вот растет цветок. Он только вылез и уже цветет. Так. И ваша жизнь расцветет, если вы будете проводить ритуалы, которые необходимо проводить именно сейчас, в это время, во время весны. Ждем вас в Центре парапсихологии на наших ритуальных встречах. А также обратите внимание на ритуалы, которые мы проводим этой весной. Это ритуалы для очищения и на обретение необходимого того, чему вы стремитесь.